многоквартирном жилом доме, хотя язык просто не поворачивается его так назвать, здесь нет ни воды, ни тепла, ни света, продолжают жить целых 3 семьи. Остальные, дабы не замерзнуть насмерть зимой, заколачивают свои квартиры и арендуют жилье в городе. Мен 6 балалы анамын. 6-шын босанғаныма 3 ай болады. Ертең осы 20-сында 3-4 тонна көмір жағамыз. Ағашын сатып аламыз газельмен. Сонда келесі адам тұрмағасын, келесі нені квартираны сарай қылып отырмыз. Сарайымызда жоқ. Девиз нашей партии – это народ, земля и справедливость. Сейчас вот справедливости не хватает, понимаете, в отношении всего. Чувствуется, что все эти инициативы, которые государство начинает внедрять, на местах они не реализовываются.